Это не просто концерт, а энциклопедия нашей страны. С такими словами артисты обратились к публике, которая собралась в Доме культуры «Октябрь». Вечер для жителей Красноглинского района Самары организовали администрация областного центра и Самарская организация Союза композиторов России. Концерт посвящен параду 7 ноября 1941 года и Дню народного единства. Концерт сегодня патриотический, мы его так и назвали, патриотический концерт. Хотя песни будут звучать о России и лучшие песни, созданные советскими композиторами, потому что это все наше духовное достояние нашей Родины. И концерт называется «Россия, Родина моя». А Родина наша богата не только лесами, недрами, алмазами, конечно, людьми замечательными и, конечно, прекрасной музыкой. Несмотря на снежную и ветреную погоду, в концертном зале практически не было свободных мест. Мы с сестрой решили прийти на это мероприятие. Увидели здесь очень много знакомых, которых давно не видели. Люди все нашего возраста, которые всю эту историю помнят, знают и с удовольствием приходят на такие мероприятия. При сопровождении оркестра Главного управления МВД России по Самарской области на сцене выступили солисты театра оперы и балета, эстрадные артисты и исполнители народных песен. Для горожан исполнили композиции советских лет, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны, и для кинофильмов, рассказывающих о тех событиях. С такой же разнообразной программой артисты выступят 9 ноября в Куйбышевском районе Самары в Доме культуры «Нефтяник». Михаил Ермоленко, Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.